Быстро! Денег нет. Ни копейки. Считаю до трех. Раз. Надо же, дебил. Два. Стоять, свину продырявлю. Че это ты без очереди? Мы здесь с утра ждем. Больно умный. Наличные им. А мы что, к теще на блины приехали? Да я с предприятия. Люди вторую неделю зарплату не получают. А у нас второй месяц. Встань в очередь, тебе говорят. Ну? А кто последний? Слышь, мужик, за нами будешь. Уходи. Понял. Стоять всем на месте! Стреляй без предупреждения! Продолжаем тему. Смотрите, времени сколько. Вы начнете сегодня работать, а? Смотрите, какую очередь собрали. Всем лежать лицом вниз. А ты кто такой? Это ограбление. Лицом вниз, я сказал. Не двигаться. По бане не двигаться. Спокойно. Я спокойно. Да-да, конечно. Вам деньги? Всю кассу? А, сейчас. Нет, мне только за квартиру заплатить. Чего? Всем лежать! А то к вам не прорваться, а? Девушка, прошу. Я тогда тоже грабитель. Так и я грабитель. И я тоже грабитель. А я тем более! Уйди! Они пошли отсюда! Граждане, квитанции! Не порвите мне квитанции! Где тут выход? Вау! Чего? Да не суетись, Васёк. Это опять народ в очереди драку устроил. Так у меня тоже за квартиру не уплачено. Да что? Ай-яй-яй. Ты куда, Вася? В очередь. Какую? Вася! Ты... Всем лежит лицо вниз! Ну дает. Я первый занимал. Девушка, можно я все-таки оплачу? А?